Скажи привет! Мы пришли на ферму. Какие хорошие, они такие мягкие, мягкие. Покажите свои зубы. Да, на головке. Пора на чистку. Такой... Зубы на чистку пора. Лама, ты такая красивая, такая мягенькая. Невкусно, он, наверное, подумал, что ты ему дашь морковку. Как сегодня здесь красиво, какое солнышко вообще. Пойдем дальше. Кажется, его как-то зовут. Анатолий, ты заметил? Нашла, как вот этого зовут? Да, ты его называла маленький снежок. Да, это мой. Вот мой. А ты что такой большой тут стоишь? Не, вот это там. У них почти у каждого спилены рога, к сожалению. Вот, чтобы они, наверное, друг другу не дрались вместе. Нашли трактор, называется. Трактор. Кто поведет? Саша за руль. Нет воробьев. Закрой дверь, а то ударишь кого-нибудь. Вот. GMC готово. Анатолия, загрузка идет полным ходом. Ой, какая погода хорошая. Сейчас все заберутся и поедем. Будем расчесывать красивую пони Расти, которой 4 годика. Вот что уже получилось. Бедная наша красивая пони уже стала красивая совсем. Какая хорошая пони, все, ей даже незаметно, тут нас так много. Она терпит, терпит. Ой, Лейла очень любит расчесывать животных, она аккуратно с ним старается.